Твою мать! Он как будто смотрит на меня такой, а? Чё, чё? Бабло давай, бабло за... Отойди. Зарплаты ещё не было! Маруся, отойди, Маруся, будет зарплата, я тебе дам, ну, сапоги тебе новые куплю, кожаные, да, уйди ты. Вот как, твою мать, ладно, давай домой. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня, ребята, вместе с вами мы возвращаемся в рубрику без модов, где сегодня, ребята, мы будем продлевать лето, а именно будем с вами делать летние напитки, различные коктейли, ребята, и это действительно просто атмосфера лета, все это, ребята, вы поймете чуть позже, а перед этим, ребята, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить большой палец вверх, если мы с вами, ребята, наберем 5000 лайков, то в первую очередь, ребята, я выложу команду в описании на вот эти коктейли, и сразу же, ребята, пойду записывать новые видео с рубрикой без модов, если она вам, конечно, нравится, ребята. Очень просто поставить лайк, но за это я вам действительно буду очень благодарен. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, ребята. Делитесь этим видео со своими друзьями и, конечно же, ребята, пишите интересные комментарии. На самые интересные я буду отвечать. Да, ребята, а сейчас мы сразу же будем приступать к самой команде. Так, где моя девушка, ребята? Кто не знает, то это... В каждой серии рубрики без модов это моя девушка. И сегодня, ребята, я буду ее угощать действительно крутыми коктейлями. Но в первую очередь, как обычно, нам нужно установить саму команду. Как она устанавливается, ребята? Нам нужно выдать себе командный блок, который выдается с помощью вот такой команды. Выдаем и ставим его, допустим, ну куда-то вот сюда. Вписываем команду, которая будет в описании, и тут нажимаем всегда активно. Нажимаем готово и ждем, пока вся команда установится, когда вот появится вот эта махина. Главное, чтобы она мне вот тут ничего не испортила. Зашибись. Когда вы видите вот этот текст в вашем чате, это означает то, что команда была полностью установлена. Вы можете, ребята, ее удалить или можете получить рецепты, которые вам просто все написали в чат, если вы, конечно, ребята, их не знаете. Также можем тут прописать set world spawn для того, чтобы ваша команда никогда не лагала и работала в любом уголке вашего мира Майнкрафт. Да, ребята? Ну что? Сейчас мы, ребята, будем приступать. Будем делать различные коктейли. В чем заключается добыча коктейля? Вам... В вашем мире Майнкрафта с помощью вот этой команды будут нужны только деревья. Потому что с каждого определенного дерева вы можете получить нужные вам ингредиенты для приготовления крутых коктейлей. И давайте, ребята, знаете что? Мы выключим гейм-мод, но мне кажется, это... Ты не будешь меня атаковать, пожалуйста? Мы же с тобой как будто встречаемся. Не будешь, бородавочка, не будешь на меня нападать? Пожалуйста, ну пожалуйста. Ну пожалуйста! Ну пожалуйста! Ну я же попросил. А, она домой пошла. Ну давай, ты там посуду помой, если что. Ребята, первое дерево это будет дуб. Как обычно, самое обычное дерево в Майн... Твою мать! Он как будто смотрит на меня такой, а? Чё? Бабло давай, бабло за... Отойди. Зарплаты еще не было! Маруся, отойди, Маруся, будет зарплата, я тебе дам, ну, сапоги тебе новые куплю, кожаные, да, уйди ты. Вот как, твою мать, ладно, давай домой. Ребята, мне пришлось ее закрыть дома, потому что она какая-то слишком агрессивная стала. И пускай там посидит, да, ребята? Первое дерево это дуб. Ну, когда вы просто-напросто ломаете листву с помощью ножниц, у вас есть 25% шанса, то, что вам выпадет с этой листвы слива, да, ребята? Слива. Действительно, может выпасть слива. У вас есть 25%, но, как видите, мне что-то она вообще не хочет выпадать. Но все же надеемся, то, что сейчас что-то да выпадет. Ребята, мне с моей мадам нужно было уехать с города и приехать в наш загородный дом, потому что в городе, как вы знаете, очень поганая экология, и ничего там не росло, и мы просто-напросто не могли сделать себе коктейли. Поэтому, ребята, сейчас мы находимся в нашем загородном домишке. Тут чисто. Чистая природа, криперок. И сейчас, ребята, мы будем пытаться сейчас добыть нужные нам ингредиенты для того, чтобы, конечно же, сделать различные коктейли. В первую очередь, мне кажется, мне нужно выключить гейм-мод, чтобы, ребята, вам показать. Ну, чё-то мне страшно по поводу этого крипера, где он ходит. Так, пока он нас не видит, ребята, давайте я буду вам показывать. С обычных деревьев вы видите то, что мне выпадают... Сейчас я вам покажу, что мне выпадает, ребята. То есть, действительно, это слива, которая мне выпала с дуба. Но все же, ребята, да. Сейчас давайте мы перейдем... Вот как он меня напрягает! Как он... Твою мать! На, зараза! Не нужно мне тут мои сливы воровать! Я ворюга! И сейчас, ребята, мы приступим к
следующему ингредиенту. Что это за ингредиент? У вас есть тоже 20% шанса, когда вы рубите листву, вам выпадет... Смотрите, что нам, ребята, выпадает. Смотрите, 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 смотрите. Нам выпадает, ребята, специальная листва. Это кленовые листья, которые могут вам выпасть с... Спрус вуде, как их называют пиндосы, а мы, ребята, их называем ельм, да. И также, ребята, давайте мы сразу приступим к следующему дереву, чтобы просто-напросто не тянуть. Это наша русская береза, хоть я не русский, но все же, ребята, наша русская береза. И когда мы будем ломать листву на этой березе, то нам будет выпадать лимон. Да, немного странно то, что с берез выпадает лимон, но все же, ребята, разработчик сделал так, потому что в Майнкрафте же нету какого-то там лимового дерева или что-то в этом роде. Да, это было бы реально глупо, но все же, ребята, нам выпадает лимон с березы. И давайте мы еще немного, да, ну хотя, вот, еще один. Вот видите, мы надыбали себе немного лимонов. Также, ребята, последнее дерево это... джунглевское дерево, да, то есть которое мы можем найти в джунглях. И смотрите, что нам выпадает с этого дерева, ребята. Нам выпадает кокос. Да, то есть у нас может быть 4 разных дерева и 4 разных ингредиента. Давайте мы еще раз, ребята, все подробно рассмотрим. Первый ингредиент это слива, второй ингредиент это кленовые листья, потом третий это лимон и четвертый это что? Да, ребята, это кокос. И, в принципе, все, ребята, больше мы ничего не можем добыть. Но сейчас мы можем поделиться... Здравствуй, Маруся. Здравствуй, ты больше не агрессивная? Я надеюсь, что ты меня больше не будешь атаковать, а? Пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну посиди спокойненько. Я тебе открою тут. Все? Ты успокоилась? Успокоилась она! Ни хрена она не успокоилась, поэтому будешь сидеть сейчас вот так. Да! Ребята, это наш специальный стол шеф-повара. Мы тут будем делать наши коктейли. И давайте, ребята, мы рассмотрим, что нам нужно, что нам пригодится для того, чтобы сделать коктейли. Вот это мы все, в принципе, уже можем выложить в наш сундучок и забрать отсюда пустые бутылочки, ведро с водой, тыкву и арбуз. Это нам потом все, ребята, пригодится в будущем. Что мы можем делать? Давайте мы подробно рассмотрим. Кто, кстати, не помнит, то у вас тут будут рецепты. Нажимаем на вот эту кнопочку, и, ребята, смотрите, у вас все показывается в вашем чате. Я тоже это сейчас сделаю, чтобы просто-напросто не забыть. Мы выкидываем 4 сливы. Я выкидываю их на стол, ну, просто, чтобы прикольнее было. Выкидываю на стол, и также, ребята, выкидываю одну пустую баночку. То есть не баночку, а бутылочку. И смотрите, ребята, что нам выпадает. Нам выпадает... сливовый сок. Смотрите, как он круто выглядит. Ребята, мы все эти соки, коктейли сможем выпить, только чуть позже. Каждый коктейль будет давать свои специальные эффекты. Сейчас, ребята, давайте мы выкинем 5 лимонов, как нам написали. 1, 2, 3, 4, 5. И выкинем еще одну бутылочку. Не бутылочку, а нам нужно ведро. Вот, вот, 1. Да куда ты? 1, 2, 3, 4, 5. И ведро. И смотрите, что у нас... Нам вернулось наше ведро, мы его можем сразу выкинуть. И смотрите, ребята, нам дали лимонад. Лима нафиг над. Нам нужно 8 листвы. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И одну бутылочку. И смотрите, что у нас, ребята, получается. У нас получается кленовый сироп. Давайте посмотрим, какой он крутой. Да, что у нас еще осталось? У нас остался кокос. С кокосом мы не будем делать никакой коктейль, потому что кокос это, можно сказать, уже сам коктейль, сам такой натуральный продукт, который мы можем выпить. Но как нам его выпить, ребята? Как видите, у нас полноценный кокос в руке. И нам нужно его как-то поломать, сломать. Нам нужно забраться на высоту больше, чем 7 метров, то есть 7 блоков, и с этой высоты скинуть кокос. Вот смотрите. Я сказал, вот смотрите. Да, вот туда. Вот, как видите, сейчас, ребята, он разломался. Сейчас у нас уже поломанный кокос, то есть открытый кокос с молочком внутри. Да, в первую очередь, ребята, что мы можем еще сделать? Мы сможем сделать арбузный коктейль. Нам нужно, ребята, дропнуть 8 частичек арбуза и также одну пустую бутылочку. 8 или 4? Вот, 4, значит, ребята, не 8, а 4, извиняюсь, я ошибся. И смотрите, что у нас, ребята, получается. Арбузный коктейль. Круто. Это очень даже круто. Давайте мы его дюкнем и поставим вот сюда. И следующий коктейль, это, ребята, тыквенный сок, тыквенный коктейль. Я, если честно, не люблю тыкву, ребята. Вот знаете что, пишите в комментарии, какие ваши любимые там коктейли или соки. Я уже когда-то говорил то, что мой любимый сок это клубнично-банановый. Я очень не люблю почему-то апельсиновый. Не знаю, вот...
На первом месте клубнично-банановый, на последнем месте апельсиновый. Сейчас, ребята, давайте мы сразу же приступим к следующему нашему коктейлю. Мы выкидываем, ребята, одну тыкву и также одну пустую бутылочку. Нам, ребята, выдается... Смотрите, что нам выдается. Нам выдается, ребята... тыквенный коктейль. И у нас на подходе последний наш коктейль, ребята. Что мы сможем с ним сделать? Точнее, что это за коктейль? Нам нужно выкинуть две сливы. Нет, значит не ведро с водой, а значит пустую бутылочку, да. И смотрите, ребята, что у нас получается. Мы совместили сливу и лимонад. У нас получился сливовый лимонад. Ну что, ребята, мы будем приступать. Я выдал себе эффект голода, чтобы у меня просто-напросто могли забраться вот все наши курочки, чтобы я вам показал, что и как восстанавливать. В первую очередь, давайте мы, ребята, рассмотрим наш коктейль слив. Как нам его выпить? Вы не можете просто нажать правую кнопку мышки, потому что они работают как головы. Можете также вот этим всем украшать, ребята, ваши столы. И вот это все, это тоже очень прикольно выглядит. Но как нам выпить вот этот коктейль? В первую очередь, нам нужно, ребята, поменять руку, чтобы он у нас находился в левой руке. Это работает на версии Майнкрафта 1.9, 1.10. То есть на новых версиях Майнкрафта. И как нам сейчас сделать, чтобы мы смогли выпить вот этот коктейль? Давайте, ребят, посмотрим. Нам нужно нажать на Shift. Как только мы... Вот, давайте еще раз. Нажимаем на Shift. И как видите, наш коктейльчик выпился. Еще раз нажимаем, еще раз коктейльчик выпился. Нас голод уже на максимуме. И сейчас, ребята, давайте выпьем лимонад. Смотрите, что нам, ребята, дает. Давайте мы полностью восстановим свое здоровье. Все. И смотрите, что нам дает. В течение одной минуты он нам дает 4 дополнительных сердечка. Это, ребята, зашибись как круто. Больше ничего не делает, но, как вы видите, он действительно очень полезен. И все, что вам просто нужно, это добывать ингредиенты из деревьев. Все. Следующий коктейль — это у нас кленовый сироп. Если мы его, ребята, выпьем, давайте мы его выпьем. Я не знаю почему, я же во вторую руку не взял. Давайте мы его, ребята, выпьем. Он восстанавливает очень мало. Как видите, только 1.5 голода. Это очень мало, ребята, это очень мало. Но этот сироп очень полезен. Он очень полезен в PvP. Почему? Потому что как только вы его выпиваете, он сразу в ту же секунду вам восстанавливает 2 сердечка. То есть действительно очень полезный коктейль в PvP или, допустим, в сражениях с мобами. Кокос! Что он сможет, ребята, сделать? Давайте мы опять себе заберем, точнее, выдадим голод и давайте выпьем, опять во вторую руку не взял. Давайте, ребята, выпьем молочко. Как видите, молочко восстанавливает нам 3 единицы голода и дает нам на 30 секунд нереальную силу. Различных мобов только благодаря этому коктейлю вы можете их убивать намного быстрее. Как видите, я убил паучка за 4 удара. Вот, ну да, а прикиньте, если бы у меня был алмазный меч. Это, ребята, арбузный коктейль. Идите прочь, ребята. Это арбузный коктейль. Давайте возьмем его во вторую руку и выпьем. Что нам дает арбузный коктейль? Арбуз нам дает на 30 секунд нереальную, ну, не скажу, что прям нереальную, но все же дает нам офигенную скорость. Мы можем бегать очень и очень быстро. Да, ребята. Арбуз тоже классная вещь. Я, если честно, очень люблю арбуз, ребята. Напишите в комментариях, любите ли вы его. Возьмем во вторую руку и пьем. Что он делает? Восстанавливает 3 единицы голода и также, ребята, включает ночное видение, то есть ночное зрение. Потому что это идет ассоциация с Хэллоуином, да, то есть тыква, Хэллоуин. Поэтому нам, наверное, дали ночное зрение, чтобы мы ночью в Хэллоуин могли видеть различных там демонов и монстров. Да, наверное, ребята, это для этого сделано, или это, может, просто моя фантазия, не знаю. Но вот, ребята, вся суть нашего тыквенного коктейля. А, кстати, вот. Еще одна фишка, вы коктейли можете одеть на голову. Я, если честно, этого не знал, но все же видите то, что это работает. Да. Круто. Или можете вообще кокос. Смотрите, там еще... А такой, знаете, такой... Открытый кокос, вы его можете еще и выпить, еще и на башку одеть, еще вообще супергероем с ним стать. Круто, ребят, да. Ну, давайте мы рассмотрим наш последний коктейль. Это, ребята... сливовый лимонад. Давайте посмотрим, что с этого получится. Мы его пьем, и нам, ребята, на 30 секунд дается тоже офигенная суперсила, то есть вы становитесь намного сильнее, и также на 30 секунд нам выдается 6 дополнительных сердечек. Офигеть. И все это делает, ребята, всего лишь один коктейль. То есть, как видите, это действительно полезные штуки в вашем мире Майнкрафта, которые вам действительно могут, ребята, пригодиться. Но на этом мы уже будем заканчивать эту серию. К сожалению, ребята, если вы хотите видеть больше без модов, то, как обычно, ребята, не забываем ставить лайки, потому что набираем 5000 лайков, и я, ребята, выпускаю новую серию без модов.
Что стоит для вас, ребята, потратить одну секунду, чтобы поставить лайк, но я сразу же, ребята, выпущу эту команду в описании и сразу же выпускаю новую серию, ребята. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И, конечно, ребята, конечно, делитесь этим видео со своими друзьями и пишите интересные комментарии, на самые интересные я буду отвечать. Еще раз вам, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.